26 сентября, рыболовная база «Чайка», посмотрите улов, отлично, посмотрите, какая щучка красивая, ладно, отхожу, щучка просто великолепная, карпики великолепные, все, ребята, они больше не будут, все, вставайте, пожалуйста, обратно, расскажите, пожалуйста, вы, конечно, красавцы, я... По сегодняшнему дню сужу, что вы очень даже красавцы. Расскажите, как прошла рыбалка, как ваши ощущения, как база, на что ловили, клёв равномерный или нет? Давайте по большинству. 11 утра, потом 2 часа, потом 5 часов дня, кукуруза и опарик. Ну, вы имеете в виду, как в пионерском лагере, завтрак, обед и полдник, да? По часам. Все как отлично. А наше старшее поколение что скажет? Очень хорошая рыбалка, понравилась. И ловля не дает отдыхать, приходится работать и ловить. Ну, удивительно, вот щучка попала действительно на кукурузу. Скажите, пожалуйста, у вас будет желание к нам приехать еще раз? Сейчас отсъедим и приедем. Да. Ребят, я с удовольствием буду вас видеть, потому что вы приедем, очень позитивные, конечно, и грамотные люди. С удовольствием. Приезжайте, всегда рады. Спасибо.